уважаемые друзья, коллеги, уважаемый Виталий Иванович, сегодня у меня официальная миссия от президента страны за ваше бескорыстное отношение к своей родине, за вашу любовь, за многолетний труд, за укрепление межгосударственных взаимоотношений. Уважаемый Виталий Иванович, очень ответственная миссия, которую я с удовольствием исполняю. Президент Абхазии вручил ему орден Ахтзапша третьей степени за поддержку молодых лидеров Абхазии. За вклад в организацию кампании по поддержке молодых лидеров Абхазии в области культуры и искусства наградить орденом чести и слава третьей степени народного артиста Российской Федерации, посла доброй воли Республики Абхазия Баскова Николая Викторовича. Президент Республики Абхазия Жаня Аслан Георгиевич.